Лето приближается к зениту, жарче становится и на спортивных площадках. Эти ребята готовы променять заслуженные каникулы на увлекательнейшую игру под названием футбол. Лучшие дворовые команды из 7 муниципальных образований края сегодня сразятся в умении играть в футбол. Они уже победители по итогам первых двух этапов. По доброй традиции, перед тем, как борьба на спортивной площадке продолжится, юные футболисты получили напутствие. Хочу пожелать вам здоровья, удачи, успехов. И пусть из этих турниров, которые мы проводим, будут выявлены самые лучшие звездочки футбола, которые будут представлять наш край и Россию на большом футбольном уровне. Для более справедливого результата юные спортсмены сыграют в зональном турнире в трех возрастных группах. Первыми в борьбу вступили начинающие 11-12-летние футболисты. Первая игра закончилась победой для белореченской команды. Ребята выиграли у Слабинского района со счетом 11-4. Завтра белореченцы сыграют с Апшеронском. А через 4 дня мы узнаем, кто же дошел до финала и продолжит борьбу за главный трофей соревнований. Наталья Колесникова, Роман Щулов. Новости спорта.